Друзья, всем привет! Вы на канале Мирося в Америке, сельчанка в Америке, а Мирослава наша. Ну, вкратце, Мирося. Приехали мы сегодня, друзья, у нас во вторник. И мы дома, выходные. И, конечно же, приехала я только со своими девчатами, чтобы они мне помогли, потому что нам очень нужно много купить подарочков еще. То я взяла своих помощниц, и мы немножко пробежимся. Нужно что-то придумать. Видео, друзья, конечно же, с подарками, которые, кому что я купила, я сделаю. Но только я его уже выставлю после Рождества. Такая гес-сумочка, $45. Уже когда подарки все откроют, тогда я и покажу вам видео. Что-то нужно для Тани купить. Что-то такое девчачье нужно для Танюши купить. Она девочка у нас. Так, Мирося, я Таню посвящаю на тебя. Хорошо, выбирай. Здесь сапоги такие у нас. В магазин Бурлингтон мы зашли. Ну так тяжелые, так немножко. Марика еще в машине там помогает переводить для Катруси там со школой. Они решают, как детей переводить или нет. Они, учителя, решают, чтобы они остались хотя бы до Рождества. То я не знаю, как они там все это сделают. То она поразговаривает. Ну, это чтобы с ними не ехать, то они включили там телефон, и она им поможет. Ой, какие классные. $35. Найки такие. Уже рождественские песни. Слышите, какие красивые у нас звучат. Так, ой, я другое что-то хотела. Иду, друзья, иду. Не знаю, есть ли еще или нет. Ну, сомневаюсь. Не буду показывать, что, друзья, потому что кто со мной, тот знает. Вот здесь кофты мужские. Вот такая кофточка. $50. Пума. Коротенькая такая, молодежная. А, 50, а она так 25. Красивый просто цвет такой. И вот какой красивый еще. Такие люблю. Цвета такие. Юбки здесь у нас. XL-13. Кстати, в этом магазине недорогие. Даже я бы сказала, даже дешевые юбки. Вот такая юбка. $11. XL красная. Мне вот это очень понравилось. XL, но она здесь показывается, друзья, XL, а она $17, но она, я бы не сказала даже, что она на M-ку похожа. Смотрите, какая она здесь узенькая. И вот, ну, этому она, что можно что-то было бы придумать. Но вот что мне нравится, эти блесточки такие классные. Такая классная юбочка. Ну, если это XL, то мне нужно, наверное, 3XL, если так разобраться. То нет, очень жаль. Но мне понравилось, как той сороке белобокой такой, которая любит. Ну, как-то все, уже я как-то привыкла. Платье. Не знаю, и на работу платье. Ух ты, классная это. Такая дермантиновая. Можно померить, да? И длина такая хорошенькая. Так, наша Мироська там. Мирослава, помашите ручкой. Выбирает. Молодец, девочка моя. А что я без них, друзья? Они мне помогут. Мои красавицы. Это тоже такая, можно померить. Вот есть М-ка. Ну, это будет маленькая.
Если XL-ка, то это совсем уже XS-ка. И это S-ка, $11. Тоже так себе юбочка. Такая всякая красота. Кремы. $13. Ой, какие. Какая. Красивые. $22. Они, это их нагревать, они там такие, как бусинки в них внутри там есть. И такие теплые. Да. И будет греть, согревать. Это для мытья тела. Смотрим, смотрим все. Какие туфельки. Не знаю, друзья, что покупать, что брать детям, конечно же, ну, как для мамы, да, то лучше, если бы там какая-то кофточка или что-то такое, но это для мамы. А для детей самый лучший подарок какой? Конечно же, игрушка. Есть у тебя куртка, нету у тебя куртки, их это не, как бы, не волнует, потому что это дети. Про это пускай заботятся родители, да? А им нужно $20 вот за такой наборчик, две таких машинки. Детям всегда нужно то, что они хотят. Ну, я пока присматриваюсь. Нужно проехать по несколько магазинов. Так, здесь для девочек. Нам нужно для мальчиков игрушки. Такие самолетики. Такие машиночки. $7. Но, ух ты, вот классная. 10 предметов. Такие. Есть вот такая дорожечка тоже. $13. Так. Есть такая фура, говорил Яков. Тоже хорошенькая. Ну, игрушки есть. Так, а здесь что у нас? Конструктор. Да, это тоже такой хороший. Это для скольких лет? Не вижу. Здесь 100 предметов. Такая сумочка. Есть побольше, то этот $15. Такой есть. Есть побольше сумка. Но я вижу маленькие детки. Это уже для таких, даже для Якова, может быть, будет уже 4 года, в школу уходит, знаете, то 1 и плюс. 1 годик и плюс. Наконец-то 3 и плюс. Ну, это для маленьких. А здесь наконец-то нашла. А то не видела, где пишется. А вот этот сколько лет? Что-то 3 и плюс, да. Это нам не подходит. Пацаны уже такие более взрослые. То я думаю, для детей игрушка. Еще в Ромы 23-го, день рождения, друзья. Это ж вы что? Тоже нужно подарок. Ух, какой мотоцикл. $13. Ну, что-то нужно выбирать. И... Ой, какая красота. Алёленькие какие, $20. 23.
Все такое детское, красивое. Малявки. Ух ты! Красота, $28. Я уже... Ой, какая красотенька! Сюда вот такой большой кусок торта, да, или печенюшку. И чаек пить или кофе. Сразу почему-то торт, да? Вот такие чашки. Красивые. $10 за две. Вот подарок тебе. Чашка и носки. И там еще напиток. Какао, горячий шоколад. Какая чашечка. В виде елочки. О, скатерти нету белой. Просто чтобы была белая, нету. $13. Вот такая. Еще заедем сейчас в Home Goods. Тоже люблю тут магазинчик. Классный такой. Тоже нужно посмотреть. У меня есть, наверное, такие красные на Рождество. Похожие. Не знаю, что для таких уже, ой, купить. Ну, для детей ясно, а уже для взрослых, то это как-то, ну, думаешь, что. Ой, какое тяжелое, $14. Хорошенький наборчик, это очень удобно, когда... О, и оно классно идет, вот такой наборчик. Сразу можно вот такой взять. Подходит. Ну, это на маленький... Упс, чтобы не упало. Такие маленькие огурчики или оливки туда. Оно цена $8. Так. Такие. На салат или на картошку, толченку. Что угодно. $7 такие миски. Это для салфеток. А, нет, наверное, да, салфетки. Я так думаю. А может быть... Ну, похоже всего, что для салфеток. Потому что если... Я думала, может быть, ежик или мочалку, или как там сказать, но... Что-то не похоже. Такое. Ой. Так. Немного, много вещей и заставлено. Ну, посуды как бы в Home Goods посуды больше. $5 такие тарелки. Так, а здесь что у нас? Такая сумочка для бутылки, для вина. Вот вареники, может быть, свекрови купить, чтобы вареники лепила. Такие ложечки 16. Кто-то спрашивал, где я покупала свои желтые. Я покупала, друзья, их в магазине Aldi. Эти $20. 16 на 4 человека, 4 персоны, то я уже покупала их, не знаю, в прошлом году уже они у меня были, да. Это такой магазин, что туда привезут один раз и уже могут не привезти то же самое. Так, курточки. Сковородки, кастрюли. Так. Вот такие подарочки тоже. $10. Ну, оно того не стоит. Просто чашка пластиковая, легенькая. И вот уже хотя бы чашка такая.
$8. Еще что-то нужно девчатам моим купить, дочкам моим. О, еще у нас подушки, Мирося что-то не достала. У нас есть рождественские подушки на диван. Что-то она забыла их достать. Все, друзья, немножечко купили. Поедем еще в другие. Конечно, всем еще не взяли. Но мне очень хорошо, когда с девчатами. Потому что сам зайдешь, не знаешь для кого, что, как, а так они мне помогают одна. Одна одно для одного человека берет, другая для другого. Ой, какой ветер сильный. Поедем дальше. Здрасте. Какие красавцы сидят. Не видно. Две собачки в машине сидят. Так, у нас сегодня Мирослава угощает. Заедем в Starbucks. Что-то лимонад такой здесь есть. Кофе что-то я не хочу. Я пила сегодня дома. О, такой, как то Мирося, как же лимонад из малины? С клубники. Тут он лимонад тоже называется. Я думала, только лимонад называется, если только лимон. Не, его не называют. Да. Is it called lemonade? Что вкусненькое оно здесь. Такое приятное. И сейчас поедем еще, друзья, в другой магазин. Home Goods, да? Как это такой день? Вот под 3:35, а уже как вечер, кажется. Уже начинает темнеть. Такой. Смеркает или как. Можно заходить внутрь. Там есть столики, можно попить кофе, печенье, булочки, что здесь, бутерброды тоже вот продаются. Вот сюда себе подъезжаешь и заказываешь, что ты хочешь. Даже снеговик уже продается, вот. Печеньки такое. Печенька. Смотрите, друзья, сколько уже мало машин, то было столько машин, когда... Когда были... Было Black Friday. Вот такой клубничный лимонад, напиток. Очень вкусный. Мирося, а ты себе что, кофе? Уже дали или еще нет? Нет. Давай, Мироська. Ой, какое красивое. А ну сверху. Какая вкусняшка у Мироси получилась. Приехали. Ой, какой ветер. Ветер. В Home Goods, друзья, приехали. Посмотрим, что здесь. Такое прекрасное, хорошее время. Я люблю покупать подарочки. Ой. Какая красота. И, друзья, я приехала, а тарелочек моих так и нету. Так и не привезли их. Как же жаль. Я не знаю, что делать. Не просто вау. На интернет не могу я их найти. Это столько конфет, сладостей всяких. Просто. Вот что мне, друзья, понравилось. Хочу себе взять такие вот. Оно идет как бы под цвет. И желтый вот есть. Если я себе ту посуду найду. Тот набор. Такое. Бутербродики какие-то. Да, что угодно. Даже голубцы красиво положить. Даже котлетки так на стол. На праздничный стол. То 16 вроде бы долларов за одну.
И вот сколько кастрюль чугунных таких. $70. Всякие маленькие. 69 вот это. Очень много всего. Глаза разбегаются. Прям. Столько всякого, всякой мелочевки, но оно все такое прекрасное, все такое нужное, все такое. Я думала, стеклянная, это такая пластиковая баночка. Ну, такие лимончики для красоты. Как настоящие, смотрите, просто стеклянную баночку вот сложить, и будет красиво. Терка такая маленькая. $13. Хорошенькая. Какая вот здесь красота, смотрите. $13. Вот такая баночка. Одна баночка красивая стоит $10. Здесь есть мочалка, щетка вот для пяток, для ног. Классное такое. Интересное. Да такой для шеи массаж делает. Есть такие, что греют. Это вот баночка с резинками. Тоже хорошая штучка. $7 за 120 резинок. Вот такие ушные палочки. $8. Тоже интересно. В баночке красиво, да? Вот тоже такие. Все прекрасное такое. Красота. Вот такое мы купили с Катрусей. Сколько здесь? $7 тоже мы в TG Maxx купили такие баночки себе. Вот такие маленькие резиночки, тоненькие. Такая баночка сколько? $7. Такое $8. Это с лавандой. Вот такой. Ой, какой тяжелый. Это его нагревать, и он будет греть как бы шею. Это тоже что-то такое. А как пахнет здесь прекрасно. Так, ой, такой приятный аромат. Это чтобы хорошенько спать. $20. Такой светлячок. Это здесь тапочки и крем для ног, скраб и крем. И такая как бы камешек для пят. $15. Набор носков. Крем для рук тоже. И вот массаж для ног $40. Есть такие, что с водой, водяные, а это сухие. Ты просто так греет. Ну... Все хожу, смотрю, смотрю, смотрю и смотрю, не знаю. Ну, конечно же, еще время есть, чтобы что-то купить. Сегодня, ой, у нас только 29-е, наверное, $50. Это для наших котяр. И вы посмотрите, ну разве не красота прелестная? 25, ух ты, какая скидка большая, такие... Мне кажется, они были $50. Такие как бы пледы, покрывала такие. И это большой размер. King $25. Это совсем ничего. Белый. Немножко, видите, уже белые нитки. Вот. $22. Это full queen. $25. Ну, такой розовый для девчат покрывала. Вот такое красивое. $25 тоже недорого. А какой размер? Full и Queen. А здесь что у нас? $30. Ух, это, наверное, постельная будет или что? Или под одеяльник? Под одеяльник и две наволочки. King. А цена $30. Но... Ну, он мне некрасивый, что-то у меня есть под одеяльники. Подарить под одеяльник, тоже не знаю, полотенце.
Были 10, сейчас 7. Красивый цвет такой. А здесь тоже коричневое такое. 25. А, было 60, сейчас 25. Ну, это нормальная такая, я вам скажу, цена. Просто супер. Это как бы на лето. Ну, можно и так, разве кровать мерзнет, да? То нормально. Это шторка в ванную. Все, едем уже. Еще в один хочу заехать в магазин. Kiji Max еще заедем, пройдемся. Там тоже такие всякие подарочки есть. Здесь что-то мы ничего не выбрали, только вот возьму. Вот даже снежки есть такие искусственные из ткани, чтобы играться. Вот такие. Вот такую штучку. Эти все возьму. Две вот таких маленьких. И три вот таких больших, побольше. А это себе Миросик берет. Понравилось оно ей очень. Такая штучечка. Девочка, она катается. Иду уже на кассу. А здесь что такое классное? Ух ты! Как полотенечко, но шерстяные такие. Ой, какой шум. А, и еще Мирося себе вот такую штучку хочет взять. $17. Сейчас у нас, друзья, 4:50. А смотрите, уже как бы вечер. Как быстро уже у нас темнеет. Мы привыкли, что летом у нас 10. А сейчас уже по-другому. Еще заедем в мол. Пойдем в Kiji Max. Может быть, еще какой-то. Потому что еще в раздумье. Ну, мы пока рассматриваем. Это первый день у нас такой, что мы поехали. Нет, второй, на Black Friday немножко ездили, да? Ну, едем сами, без сестер, конечно. Им тоже нужно уделить время. Они тоже хотят, но не сегодня. Так что, сестры, извиняйте, пожалуйста. Да, поближе, вы представляете? Поближе нужно. Да, там тележку кто-то поставил, не получится. Вот была, уже пропустила. Может быть. Ну ничего, едем дальше. Вот здесь по. Ну, машин по сравнению, сколько было на Black Friday, то сейчас смотрите, сколько. Совсем ничего. Уже люди отдыхают пока после этого праздника. Ой, как красиво. Смотрите, как украсили. Просто себе гирлянды, да? Но красота. Вот еще на лошадке мы не приводили сюда детей. Ни Катрусиных, ни Оксаниных. Нужно тоже, видите, тоже нужно время уделить. Здесь оно, наверное, $1.50 или доллар. Я не помню, но очень детям интересно. Ну, может быть, уже для Рома, может быть, не схочет, а может быть и захочет. Ну, оно днем работает. Это нужно, может быть, суббота или когда. Это мы пришли уже вечером, тоже уже людей так себе немножечко. Сейчас и музыки нету, и здесь открыли прыгать для детей. Когда-то здесь был H&M, но его закрыли. Много магазинов у нас очень позакрывали. Мы припарковались так, чтобы пройтись, друзья, по целому молу. Будет для нас зарядочка. Вот какие куколки. Столько
Столько одежды здесь просто. Ой, полные. Полные ряды, какие кофточки. Блестящие, красивые. Сколько всего есть. Не знаю, в какую сторону даже идти. Что-то тележки такие сегодня. Не могу выбрать. Курточка была 20, сейчас 15. Ой, уже немножко устали как бы. Ой, тележка. Здесь что у нас? Такой 26 кардиган или жакетик, или как? 25. Так. Как бы с одежды я подарки не беру, потому что я не знаю, что люди любят, что кому нравится. Ну, разве детям там можно взять какой-то костюмчик или какую-то кофту, но все равно дети любят эти игрушки. Это лучше всего. А вот какая красота, свечки, обожаю. Такие красивые баночки. Сколько красоты, друзья, полный магазин. Просто все рождественское такое. Какая красота. Людей нету, потому что уже вечер. И так как бы Black Friday закончился, то уже и людей нету. Вот такие стульчики. $27 были 50, сейчас 27. Я думала, может быть, здесь будет как раз хотя бы та посуда, которую я все ищу, друзья. Но нет, в TG Maxx ее даже и близко не было. Вот такое. $12. Здесь зеркало. Там мне понравились, но не знаю. Забыла вам показать. Сейчас, наверное, вернусь. Оно здесь рядышком, наверное. А это во втором ряду. Но я вот собираю, покупаю такой цвет золотой, да. Не знаю, найду тарелки или нет, потому что мне, у меня их там мало. И какая елочка искусственная. Тут даже как-то в таком, как бы, раздумье. Не знаю, что делать, как быть. Думала, может быть, вот здесь где-то будет, но... Здесь свои, как бы, наборы, свои моды. Вот что мне понравилось. Вот такие железные. $20. Вот этот поменьше. Таких есть два. Тоже что-то такое на праздники. А этот побольше. $30. Но как-то он для меня, знаете, что... Вот эти ручки, это идут как... Я как посмотрела, то для меня оно показалось как роги оленя. А оно как-то идет, эти роги оленя, на Рождество. И мне кажется, что оно будет, эти наборы, только на Рождество, а так на другой праздник. То я, наверное, ну, пока их не беру. Вот такая как-то... Бросаю сюда копейку. Где Миросина? Maria failed. А вы куда еще? Сейчас я свою. Мне тогда нравится засветило, а там зажигалка была. Да. О, ты купил два тогда. Ой! Там видно щось? Ні, вихлість на телефону, не видно. Я бачу. О, да, да, о, копейки. Да. Ви вже побачили, да? Просто такая игра. Так, уже идем, друзья, домой мы. TG Maxx мы ничего не купили. Так уморились, уже так болят ноги. Ух, прошлись. И будем ехать домой к нашим курочкам, хозяйство. И все такое. Вот еще магазин. Ну,
этот магазинчик. Здесь Мирося Франческо магазин. Купила себе курточку ту белую, такую я показывала вам. Понравился он им. Платье белое, шерстяное, вот классное, да? Да, тут все красиво. Еще, друзья, мы зашли в магазин обуви, где дорогая, натуральная, настоящая, брендовая. И я хочу себе какие-то башмачки такие по городу купить. Такие были 160, сейчас 100. Хорошенькие, чуть не упал. А, легкие, такая подошва. Подошва классная. Хотя мы немножко устали, но это уже последний магазин, и будем уже ехать домой. Эти какие-то очень большие смотрятся. Вот эти тапочки мне очень понравились. Такие тепленькие, хорошенькие. Смотрите, какая красота. Мягкие такие, они $100. Такие. Эти тоже паук, такие спайдер. Хорошенькие. 145. Такие. Вот, друзья, одела вот такие. Вот таких я хожу сейчас, а вот такие меряю. Ну, 8. Ну, не знаю. Померю еще другие сейчас. Так, друзья, следующие вот такие тепленькие. Да, натуральные, настоящие. Овчинка. Ну, вот так мы посмотрим. Такие хорошенькие. И эти очень легкие мне нравятся. Сейчас еще третий померяю. И, друзья, вот третий. Эти waterproof, не промокает, как бы вода. Эти вот такая фирма The North Face. То я не знаю, какие взять. Вот, друзья, уже по-настоящему у нас темно. И сегодня будет, передают, что будет большой шторм снега у нас. Так что вот смотрите, какая сегодня погода. И посмотрим, даст Бог доживем, какая будет завтра погода. Все, мы едем домой.